также жамай боксан Чауан, жамай боксан асад категория. Фабио Пинка, французский боксер, никогда не бился по правилам K1, и сейчас для него это новый вызов, новое испытание, но он доволен. А Джорджи Петросян чувствует себя очень хорошо, и он здорово подготовился. Я так полагаю, что я сегодня буду номер один, считает Пинка. Чего бы ты хотел избежать в этом бою? Он очень сильный оппонент, и, конечно, у него... Он знает обо мне все, вот что, может быть, самое сложное. Пинка считает, что Петросян хорош в классическом английском боксе. У него быстрое передвижение, очень четко реакции устроены. Ну, посмотрим, что будет на ринге. Что за ключ в этом бою? А вы увидите на ринге Джорджио. Желаем победы, желаем. И тебе, Фабио. Замечательная пара на ринге. Фабио Пинка, Франция. Фабио Пинка, боксер из Лиона, 27 лет, французу. Вес до 70 килограммов, 68-700. 110 боев за плечами, 88 побед. Из них 37 нокаутом, 19 поражений, 3 боя в ничью. Чемпион турнира Thai Fight 2010 года и чемпион мира по WMC 2008 года. Имя довольно громкое. Хороший боксер. Вот под такой рэп выходит Фабио. Готов к встрече на высшем уровне. А то, что бой будет действительно таким, я не сомневаюсь, потому что Петросян фантастический техничный боксер. Джорджо Доктор Петросян. Армения его родина, Италия его дом. Чемпион K1 World Max 2009-2010 года. Eminem рассказывает историю жизни, а Джорджо Петросян идет по этой жизни. Уверенно, красиво. На голове Монконг. Традиционный амулет бойцов Муай-Тай. Фантастический боксер. Джорджо. Петросян в черных трусах, Пинка в белых. Джорджо Петросян тренируется в клубе Сатори Гладиаториум. И сейчас начался бой, которого очень многие ждали с нетерпением. Вот он, Петросян в действии. Обратите внимание на работу ног. Не только на удары, но и на передвижение. Как он легок и пластичен.
как хорошая спортивная машина, он цепляется за поверхность земли. В маневре его выбросить с орбиты сложно, а сам он едет куда хочет. Отлично, отлично. Несмотря на разорванную дистанцию, Петросян ситуацию видит, чувствует, контролирует. Правосторонние стойки работают. Петросян, вы обратили внимание? И левый хлещет так, что колышется французский боксер. Как тростник на ветру. Правая, левая. Двоечка Петросяна. Быстрая, точная. Пинка идет клинч, потому что понимает, если есть немножко воздуха, Петросян тут же будет летать. Коль у человека есть крылья, его уже не удержать. У Петросяна он окрылен своим талантом. Павел Пинка умеет держать удар, умеет собираться. Человек с очень большим бойцовским опытом. Петросян значительно быстрее. Он боксирует красиво и быстро, вот точно так же, как едут итальянские машины. Так же красиво они и так же быстры. Уронил сейчас Пинка Петросяна. Прихватил ногу и в опорную лоу-кик нанес. Вот неким образом чуть-чуть подровнял ситуацию французский спортсмен. Второй раунд. Оба боксера готовы. И Петросян вновь начинает свое поступательное движение. Идет вперед. И чистый муэ-тай. Хочет изобразить Пинка. Пресекает его рефери. Великолепно уходит от руки Петросян, ныряет под боковой удар. Проваливает, прямым не достает Пинка. Вот так, оттянуться и вернуться с ударами. Как это делает Петросян, это всегда очень приятно и отрадно видеть. Пинка пытается доставать, пытается подлавливать, но диктует Джорджио. Он сегодня дирижер и первая скрипка. Паганини бокса. Отлично. Я думаю, Джорджио нужно идти и побиться. Ну вот здесь в своем репертуаре Пинка. Правилами K1 запрещено захватывать, а он продолжает. Я думаю, Петросян великолепно поработает и
на профессиональном ринге классического бокса. Брат у него, Армен Петросян, тоже здорово боксирует. Ну, каков пинка. И позволяет ему выживать именно хорошая подготовка в муай-тай. Высокие руки, надежная защита. Альберт Петросян, Джорджо Петросян провел 38 боев, 36 побед, из них 33 выиграл нокаутом. Лишь один раз проигрывал Буакао по промуку. Выигрывал и у Сато, и у Замбидиса, и у Крауса Петросян. Фантастический боец. Сегодня он находится на вершине K1 средневесов. Конечно, пинка считает делом принципа дать отпор боксеру, и рассечение отводит к доктору. Отправляют в угол. Фабио Пинка получил эту травму от столкновения. Опасное движение головой было, на мой взгляд, обоюдное. Вот сейчас немножко вазелина, и можно будет боксировать. Я думаю, дадут доработать. Мне нравится, как Петросян уходит от удара. Как четко он уклоняется и от левой моментальной руки пинка, и от тяжелой, быстрой, правой, прямой. Все в полном порядке с защитой. Очень хорошо поставлен и удар, и защитная техника. Заключительный раунд, полторы минуты боксировать. Петросян раз за разом набрасывает правый боковой, туда за перчатку и попадает. Бэкфист пробивает Пинка. Долго он ждал. Хороший боксер. Достойный соперник Петросяна. Француз Фабио Пинка. Смещаясь в глубину и затем по фронту, уходя за спину с боковым ударом, так немножко закручиваясь, Петросян, конечно, выстроил этот бой. Эй,
Пинка предложил вот такую силовую трактовку завершения поединка. Петросян принял вызов, стал почти вплотную, и поработали они, отвечая ударом на удар. Прозвучал гонг, и, конечно же, Петросян выиграл этот бой. Но Пинка именно тот соперник, который и нужен был Петросяну. В том смысле, что не сломался, не согнулся под натиском этой сумасшедшей техники. Однако победа достается заслуженно Джорджо Петросяну. Все справедливо. Я счастлив, потому что я выиграл, но я не очень доволен то, как я вел бой. Однако мы поздравляем и ждем в сентябре на финале.